просто выбивать все дерьмо из своего оппонента за всю херню. Блин, там какой-то попался мутант, который не скипает представление боя. Давайте посмотрим, как нас представляют, что говорят, что сейчас будет убийство. Вот. Гумор, а убивать будем вот этого, наверное. Игру в следующем стримчанском стрейдоте. Спасибо за донат, братиш. Позже отвечу, я не расслышал, у меня тут, блядь, что лагает, подвисает. Короче, там какой-то балбес, я вам серьезно говорю. Он не скипает загрузку. Я ливать просто не хочу. Я уже хочу с ним подраться. Сейчас мы за то, что ждали, все дерьмо с него и выбьем. Давай, короче, уже стукнемся перчатками, и я набью ему лицо. Так, Хербдин у нас на ступе. Привет, в основном смотрю нарезки с тобой первый раз на стриме и хочу спросить, откуда столько хейтеров и почему? Ну, хейтеры ты всегда есть. Ты же классный скилловый. Бля, он шо, АФК все время? Да, он тут. Ну шо, дружок, бля, ты не хотел играть с нами, я тебя ждал, поэтому теперь я буду тебя бить. Спасибо за донат, вот, хейтеры всегда есть. Стрима. Братишка, ответь, пожалуйста. Подставляй челюсть. Насчет ты, сука, хорошего стрима и поменьше ауэстов. Что так машешь, дуримар, блин? Не маши руками-то. Не маши так руками, сука, я тебе сказал. Что ты там замахиваешься, погомну? И в бороду. Лежать, я сказал, лежать. Поменялись местами, ничего страшного. Я тебе и слева тебе пиздить буду. Я сказал, что ты там мачешь, погомну и в бороду одну. Вставай. Погомну. И в одну. Сейчас бороду дам, смотрите. Прям чувствую. В разменчик, да? Вставай. Вставай, давай. Ага, это было прочитано. Погомну и в бороду. Вставай, дружок. Давай, давай. Давай, что такое, я не понимаю. Ебать, его убиваю, парни. Что ты прыгаешь? Лежать. Это за всю херню, что я тебя ждал, братиш. Это ошибка, братиш, мне больно было. Ты что, это у тебя читерский прием этот? Лежать, блядь. Нормально. Так, надо еще бой, потому что этот попался, ну, такой, знаете, вяленький соперник. Я даже ему реванш давать не буду, потому что он какой-то прям вообще неваляшка какая-то. Ну, не знаю, его должны были в больницу увезти, по-моему, после второго нокдауна уже все. Он просто встает и идет драться снова. О чем он думает? Спасибо за подписку. Кстати, косяк, когда играю в UFC, я не могу чекать сабскрайбера. Блин, я за Макгрегора не хочу играть, честно скажу. Мне не нравится левая стойка в этой игре. За Макгрегора не буду шпилить, парни. Я бы вот за Хабибом могу в стойке. Хабибом в стойке, хотите? Сейчас у меня залагал выбор, я и у него залагал выбор, кстати. У него что-то все на одно лицо, как бы. О, Брюс Ли, нормально. Сейчас отправим его обратно. Куда он пришел? Чувак решил на Брюсе против Хабиба. Он, наверное, не подозревает, он, наверное, думает, блядь, сейчас борьба будет, сейчас надо будет защищаться от тейкдаунов, мы его сейчас в стойке накажем. Тупо Хабибом Брюса, ребят. Сейчас он охуеет. Просто. Вон, Анто Делюкс 95. Братан, давай, до свидания. Сейчас мы этот парик с него снимем и как шапку на Хабиба наденем. Там как раз волосы такой же формы. Давай, иди сюда, блин. Иди сюда, Брюс. Давай. Что ты? Что ты? Уже боится, думает. Сейчас проход в ноги будет. Тут будет проход в ебало, братан. Что ты стал? Лежать, я сказал, блядь. Лежать. Думаешь, я тебя не брошу, братиш. Брошу, как гомна кусок. И Инакимуру. Инакимуру, сука. Стоять, блядь. Накимуру, Брюса. Братишка, ну прости, блядь. Руку заберу себе, третья будет. Не-не-не-не-не, ты не вырывай. Не рыпайся, не рыпайся. Хабиб знает свое дело, братан. Понюхай жопу мою. Что ты, что ты, все уже? Домой. Все по жопе стучит, слышь, не лапай меня, лежи тихо там. Какие дела, блядь.
Так, а что он? Он руку у него оторвал просто, типа. Ладно, еще бой играем или нет? Вы как вообще? Хотите бой, не? Еще бой. Давайте еще бой, короче, замутим. Давайте еще бой. Пипец, как громко Блин, можно кстати, потише. Да, мне надо потише говорить. Если соседка придет, я не пойду открывать. Так, кстати. Тебя у меня слышно громче, чем сам у меня. Ну, кстати, уже, да, 23:46, а я ору как больной. Вот это правильное замечание, надо потише. Все-таки сегодня среда, и соседка, наверное, уже спит. Вот. Ну, я просто не могу, я когда в UFC играю, у меня эмоции, я не могу сдерживаться, ну, типа, ладно, в доте еще, да, там, типа, ну, ты фармишь, там, что-то такое, а в UFC тут драка идет, тут прям экшен, и ты, ну, я не могу сдерживаться, блин. Так, давайте мне новое мясо какое-нибудь. Дайте мне противника, пожалуйста. Ну, мы в этом весе уже играли, давайте за Холлоуэй сыграем, в прошлый раз я Альдо брал. Теперь Холлоуэй. Кого он берет? Конкретно, хороший выбор. Старина, залагала, не услышал ответ на предыдущий мой донат. Я отвечу, братиш, я сейчас донаты буду читать. Сейчас я один боек сыграю. Последний бой, братан. Пойдем в доту, и я прочитаю донаты. Так, 0-0, мы с этим еще не встречались. Там Оскармен 93, 93 это год рождения, наверное. Но сейчас мы его, собственно, отправим отмечать днюху. Так, что он может? Перчатку мы ему не даем, не стучим. Что ты, что ты сразу на корточки присел? Я не из-за этих двух. Давай-ка дерись. Что он? Я вообще не понимаю, что он делает. Он не хочет драться, поэтому... Что это у тебя за эпилепсия, блядь? Подожди, ладно, если я буду стоять АФК, он будет что-то делать? Я понял, он крайне активный молодой человек. Надо ему по гамну прописать, чтобы он, может быть... Не-не-не, братан, в обратную так не работает. Так, все, пора тебе прилечь, мне кажется. Давай мне... А, я понял. Хорошо, хорошо, борец. Борцуха, братуха, да? Давай. Ах ты, сука. Не, ну это такой, знаете, ну, не лох, я вам сразу говорю. Сейчас мы попробуем наебать. Жду, пока ждем, лежим. Ага, он решил встать и набить мне соску. Что он тут делает? Ну так вот, блядь, знаете, вот этот геймплей, нюханье трусиков. Братан, давай мы встанем и как мужики поговорим с тобой. Я, конечно, понимаю, что ты зашел сюда показать свои навыки борьбы, но, может быть, это... Нет? Нет, ты все за свое, да? Ну ладно. Ладно, блядь. Давай лежать. Угу. Хорошо. Ага, не дает. Ну лежим, блядь. О, блядь. Локтями решил нам сосямбу разбить. Какой ты ground. Вообще, лень, насел на нас, блядь. Что ты делаешь? Ну перестань, ну я прошу тебя. Давай, блядь, excellent уже поиграем в игру. Мы в UFC зашли, а не полежать с тобой. Ой. Здравствуй, Стреюшка. Наконец-то удалось попасть на твой стрим. Подожди, братан, меня пиздят. Если что, я снизу. Всегда из величайшего стресса выводили на риск из твоих стримов. Тип решил работать ну в партере. Ну и как бы, знаю, такое бывает. Ты еще жив, и тебя не забрали в дурку меньше, чем три. Может, мы встанем, или у тебя геймплей? У парня геймплей пипец. Это типичный игрок на врайском ге в пабе. Лесном. Это лесной врайскин попался. Блять, давай в стойке я тебе сейчас объясню. Давай-ка, иди-ка сюда. Держи, разок. Он типа меня вымотал, понимаете? И думает, сейчас он меня в стойке выиграет. Он не выиграет у меня в стойке. Он сейчас придет снова в труханы нюхать. Потому что сейчас он пизды получит немножко и поймет, что стойка это не его в этой игре. Его в этой игре это нюхать трусики. Давай, блядь, ты будешь драться, алло? Петушок. Давай сюда, блядь. Давай уже дерись, а? Не, ну это индивид вообще. Это просто индивид. Это индивидуально, это... Вот, труски понюхал. Давай, давай бежать. Давай. Не надо меня бить, я прошу тебя. Давайте я задушу, долбоеб. Так, ну первый раунд он выиграл, очевидно, по очкам, но в стойке он вообще какой-то вялый. Ну, как и я, в принципе, в партере.
ну, просто у него Эдгар, у него показатели лучше, плюс он такой, видно, что задрит Партер. Но он нам ничего сделать, по сути, Партере не может. Все, что он делает, это лежит и наносит неакцентированные удары. Ну, там что-то вот это чешет нас, чешет по бороде. Я сейчас покажу, как надо бить, братишка. Ты драться будешь, не? Алло, ты драться будешь? Сынок, мы в октагоне, братиш. Тут драться надо, а не стоять, смотреть. Кать, какой же ты игрок. Это тупо супер игрок. Братиш, ну давай мы уже... Ладно, давай полежим, давай. Давай лежать, я понял. Ты заходишь в эту игру, полежать. Тихо, не выебывайся, братан. Сейчас будет урабатывать. Братуха борцуха просто попался. Короче, я запомнил, он бьет, короче, один в корпус, один в голову. Сейчас в голову. Сейчас в корпус. Все, отъебись от меня. Давай мы встанем и будем драться. Не, у парня, наверное, интересно как бы заниматься этой игрой. Но я лежу, мы не сдаемся как бы. Мы играем в его игру. Давайте гильотину ебанем. А, не дает, я понял. Так, а если я ничего делать не буду, он так и будет уже. Ну, это парень любит с мужиками поваляться на полу. Братиш, все нормально? Игра нравится? Не зря купил. Братиш, я лежу, у меня все хорошо. Что ты мучишь там? Бить будешь? Ай. Ай. Еще? Ай. Это больно, блин. Что ты делаешь? Зачем людей бьешь? Ладно, давайте, может, он даст нам встать. Не, не хочет. Он еще хочет полежать. В принципе, еще не весь раунд закончился. Давай. Ебать игрок. Это чемпион, походу, попался. Чемпион UFC. Алло, чемпион UFC. Хватит, а? Больно, блядь. Кровь идет, ты понимаешь? Я надеюсь, третий раунд он захочет в стойке подраться, или он продолжит труханы метать. Оп, голову, корпус, голову, голову, голову кроем, сейчас голову будет, теперь корпус, сосать, голову, корпус, оп, тихо, тихо, ну больно, будь человеком. Да. Так, ну что, у парня интересный геймплей, поехали дальше, третий раунд. Ну, сейчас, сейчас, как бы у меня по выносливости полный пиздец. Но если он будет драться в партере, я приору. Братан, покажешь геймплей еще? Что ты там машешь? Ой-ой-ой-ой. У меня голова уже как бы раненая после партера. Ну, это нормально, мы ему даем, так сказать, даем ему надежду на то, что он выиграет в стойке. Он, наверное, сейчас думает, что он побеждает, и мы ему, знаете, что сделаем? Цифры не по порядку. Вот так вот, вот так вот мы ему сделаем. Подождите, он пришел, расскажи. Подожди, какие цифры, блядь? Сейчас я типа голову пропишу, и мы пообщаемся. Ай-яй-яй, борода пришла. Оп, вернулся. Сосать. Ай-яй-яй. Ну все. Тут, конечно, без шансов, типа он два раунда на мне сидел. Два раунда на мне сидел, и я уже без выносливости остался. Ну, я бы парню лайк поставил, если бы можно было. Очень весело играет. Два раунда. Давайте еще одну. Надо на победе как бы уйти в дотку. Парень как бы сидит на нас и немножечко разматывает. Не, ну парень на победу играл, типа молодец. Для победы все способы хороши. Но я просто играю не совсем так, как он это делает. А, парень Гарбранта хочет. Я бы удал Гарбранта. Давайте, короче, за Коди сыграем. Коди это... Ну, я беру бойцов обычно, которые в стоечке дерутся. Потому что я не люблю вот это нюхание трусиков на конвасе. Поэтому пойдем сейчас попробуем в стоечке подраться.
Так, ну вот этого мы сейчас за всю херню объясним. За весь прошлый бой. Ну что, иди сюда. Показывай. Чем пришел, братишка? Ты пришел, ты, видимо, пиздов отхватить. Сейчас будет голову сносить, смотрите. Подожди, это тоже драться не хочет. Сейчас я объясню. Братан, сейчас тебе объясню по поводу стоечки. Нога въебала? Хочу я написать это творение и посвятить его больному мусачу. Сегодня ночью у меня было видение. Как на хуй большом рейсере. А, говно отбить. И ну, вот, проснувшись, подрачив немного, я в универ руки мыслей пошел. Я заебался там, как будто злая мошка. А поздно вечером домой пришел. Прочитано. Не, ну он со мной в размен идет. Это зря. Сейчас голову с ноги будет. И в бороду. Увернулись и в бороду. Еще раз в бороду. А теперь сейчас будет разъеб, которого вы еще не видели. Смотрите. И самое главное, это вертушка. Ой-ой-ой. Держи, братан. Братан, сейчас все будет. Подожди. Подожди, вставай. Вставай, вставай, вставай. И теперь давай мне, сноги в голову. Не хочешь, да? Давайте с оверхенда убьем. Вот так. Не получилось, поймали, ебало, с ноги, по гомну. Не, братан. Он все в надежде мне корпус отбить, короче, это ошибка, братишка. Отбивать мне корпус, это ошибка, потому что можно остаться без лица. Иди сюда. Голову давай. Бля, он какой-то, короче, упоротый с этим корпусом, он тупо упоролся, поэтому предлагаю его просто забить. Да, братиш, по корпусу бил тебя? На! Давай, ударь меня еще по корпусу, я тебе покажу. Давай, ударь, по корпусу, давай. Не, он сейчас голову будет бить. Голову? Давайте его в корпус убьем, просто он нас бьет в корпус. Сейчас мы его убьем в корпус. Сам. Давай, что ты можешь? Голову давай с ноги. Давай мне голову с ноги. Ну давай, что ты? Молодец какой, за тупость. За тупость. За тупость. За тупость. И вижу я. За тупость. Стремит круто. Возможно, еще раз, давай, 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 давай. За тупость. И вот так вот. Просто. За тупость. По корпусу. А что если с руки его пробить? Ну иди сюда, вот так вот. Разок такой. За тупость и домой. Как тебя жизнь? Хорошо. Ну на победе в доту. Руки, блин, руки потеют. Пипец, конечно, на самом UFC. Руки, отвечаю, мокрые. Ну, повторчик выйдет сегодня. Вот тут такое. Забыл трек поставить, братишка. Братиш, я в UFC играю, не параллельно трассе. Вот там парень уже с разбитым лицом. Получил немножечко по голове и закончился. Здесь такое, здесь повтор, конечно. Еще одну хотите? Ну, давайте, ладно, давайте еще одну сделаем. Давайте еще одну. Все, ласткаточку. Нет, блин, ну, при условии, что это победа будет. Потому что я не хочу на поражение уходить. Вот, да, бля, реванш. Я случайно нажал, я не хочу с ним реванша. Ладно, поехали еще одну. Блин, я хочу в тяжелом весе подраться на один бой. Можно мне тяжелый вес на рандоме? Я что, на Макгрегоре? А, тип уже сразу ливает. Понимает, что сейчас лицо будет разбито. Лучше думать, спать пойду. Правильно делает. Потому что сейчас уже мы не шутим. Мы не шутим, мы просто играем. О, тот же вес, кстати, где мы сейчас дрались. Мы дрались за Гарбранта, который справа. Предлагаю сейчас подраться за другого бойца. Например, за Деметриуса Джонсона. Почему бы нет? Парень справа, видимо, немножечко уснул. О, начал выбирать, молодец. Ну, я думаю, это будет либо... Нет, нет, нет. Я другого возьму, он дебил. Он решил, короче, сыграть на одинаковых бойцах. Давайте за это тогда его просто убьем.
просто убьем за какого-нибудь бойца, что-то на уровне Доминик Круз. Вот. Тоже есть неплохой боец. Он решил... Понимаете, вот сразу видно развитие человека, типа берет одинакового бойца. Возьми Емельяненко ласт. Тут нету Емельяненко, братан. Это UFC, а не Bellator. Так, все, погнали. Джонни Боймальда. Никнейм молодого человека. Ну, сейчас мы его будем, собственно, разбирать на части. Я надеюсь, потому что были как бы плохие времена в нашей бойцовской карьере, когда нас разбивали в партере, но не без говна, так сказать. Дерьмо случается, ребят. Так, это очередной АФК-чувак, не? О, все, замечательно, играем, поехали. Так, лысая голова. Сейчас будем проверять бороду на прочность. Сразу. Не, я тебе кулачок не дам. Разок проверить. Как... Ага, я понял. Ты парень смышленый. Блин, пинг где-то полсекунды. Я вообще сразу бы ливнул, потому что у меня пинг полсекунды. Мне, ну, если... Ладно, я предлагаю задушить дебила и... На этом все. Братишка. Братишка, что ты мотишь? Каков твой план на бой? Блять, лагает, у меня аж картинка, видите, она застывает даже. Тут лаги, пиздец. Не, я не вывезу это, у меня полсекунды просто пинг. Давайте нового найдем. Этот чувак, походу, играет откуда-то с Китая. Просто проблема этой игры в том, что тут нету отдельных серверов. То есть тут нету русских серверов, европейских. Тут у всех один сервер. И если я попадаюсь против чувака с Китая, то как бы пиздец. Так, давайте, короче, блин, это другой вес. За Родригеса не хочу. Джереми Стивенс не хочу. За Альдо мы сегодня играли. Давайте попробуем реабилитироваться за Макса Холлоуэя. Потому что нас немножечко побороли и немножечко набили нам лицо в партере. Поэтому предлагаю попробовать реабилитироваться. Может быть, сегодня просто не день Холлоуэя и на нем сегодня не выиграть. Кого? Сейчас Макгрегора возьмет скринтер. Это такое чисто. Ну, с Макгрегором надо очень умно драться. С ним нельзя в размен идти. Я просто скриньте, это Макгрегор будет. 100%. Нет? Магомед Шарипова? Ну, уважение за это. Потому что тут люди обычно против Холлоуэя берут Макгрегора. Те, кто в стойке хотят драться. Погнали. Блин, что-то немного подлагивает. Я боюсь как бы с ним соединение. Просто я не хочу два раза подряд с голимым соединением играть. То есть нужно просто, чтобы пинга не было. Потому что пинг полсекунды в этой игре. Поехали. Погнали. Ого, вы видали, что мутит? Это колдун. Ты что, колдун или что? Я не пойму. Дай проверим, в туалет ходил сегодня перед боем или нет. В туалет ходил перед боем? Нет, так не работает два раза подряд со мной. Держи вот так вот. Теперь вертуху от меня. Братишка, разок вот так вот. Сейчас будет вот эта его тема. Ой-ой-ой, я знал, что это будет, и все равно не заблокировал. Прикиньте, какой его. Не, братишка. Короче, я предлагаю набить ему лицо просто с руки. Просто в бокс пойти с ним. Я вижу, парень в боксе вообще не отрезает. Что ты делаешь? Что ты делаешь, скажи мне? Что ты делаешь? Что это, братан? Ты что, обезьяна? Ты с ветки спустился? Почему ты ногами машешь постоянно? Ты можешь, блин, пойти подраться? Алло, или тебя к сетке зажать? И... Братан, не, у тебя горит, поэтому на жопу сел и въебало получил. Все, нет, не хочу ему бросок делать, хочу в стойке подраться. Задолбала эта борьба. Хочу ему прописать, сейчас будет в корпус. Короче, вертуха. Плохая вертуха, попал в подмышку ему. Плохо, надо было в качан же целиться. Куда ты дал? Ладно, сейчас мы ему сделаем все. Смотрите, сейчас будет корпус удар, скорее всего. Нет, это... Эйси, так? Братан, больно? Не больно, потому что зашло в блок. А ну иди сюда. А, ну он побоксировать решил. Это как бы похвально. Это очень плохо, братан. Вот за эту хуйню сейчас буду бить. Я тебе говорил, сука, бить буду. И вертуху, на нахуй, на... Умирать. Такой чисто подъехал.
Не, он тут порядок, тут все под контролем было. Единственное, ногу поймал. Я его хотел по красоте с вертухи вырубить, но не пошло. Не пошло, пришлось его уронить на жопу. Все, на этом как бы пока что давайте с драками. Все, ребят, я понимаю, что вы хотите еще, но нам как бы в дотку надо сыграть. Бля, вы еще... Бля, вы еще хотите? Ладно, все, давайте последний, точно последний. Все, вот сейчас... Бля, я так без стрима сажусь играть, не представляете, та же самая хрень. Бля, реванш не хочу, я опять мискликнул. Та же самая хрень, захожу на пару каток и бывает засяду игру на 20. Все время думаешь, последняя. То соперник слабый попался, то сильный попался. Думаешь, все, на победе ухожу и начинается вот это. Все, ласт игра точно, ребят. Ну, последняя победа, идем в доту. Блять, вес тот же самый, короче, подъезжает. Ну, давайте на крузе. Подожди, кого он взял? Это что за парень? Ему пироги печь надо, а не в UFC драться. Кто это такой? Кого он взял вообще? Мне даже как-то не хочется с ним драться. Ну, давайте изначально, на ком я хотел подраться. Я хотел... О, давайте Шону Мелли возьмем. Кстати, молодой боец, очень хороший. Этот парень, он реально должен сидеть и хот-доги продавать, а не в UFC драться, который слева. Все, последний бой, парни, и дот идем. Погнали, потому что мы уже пятый бой играем, по-моему. Ну, я имею в виду последний, победный. Нужна победа. Обязательно нужна победа. Нужна победка. Так, поехали. Он как раз постригся немного, нормально. Все, братан, давай. Блять, я забыл, это левосторонняя стойка у него. Короче, я попал. Ладно, сейчас попробуем левостороннюю объяснить. Братишка, ты драться будешь или что? Или ты из этих же, которые, ну, типа, выжидают? Давай проверю тебя. Как ты вообще? В туалет ходил перед боем? Давай сейчас. Братан, я ходил, меня не надо проверять. Вот ты ходил? Братан, я знал. Извини, конечно, но это блок. А ну, а как у тебя с блоком головы? Хорошо, понял. Братан, не-не-не-не, все нормально. Ты не переживай, я корпус блочу. Давай голову с ноги, давай, удиви. Не лянь какой попался. И что ты будешь делать? Боксировать? А если так? Ага, а если вот так? Проверим. Братан, меня не надо проверять, я в туалет ходил. Все нормально, давай голову мне. Спасибо, блядь. Ладно, все, ты мне надоел со своими вот этими приколами, дружок. Неплохо, неплохо. Что ты будешь делать? Предсказуемо. Есть так. Попробуем подловить его сейчас, подловим на вертуху. Давайте по косте. Смотрите. Надо, чтобы он раскрылся. Вот так вот. Но это не вертуха, конечно. А если вот так? Пробил. Он сейчас будет в корпус бить. Скриньте. С ноги в корпус. Но он не хочет что-то. Тогда я ему ударю. Два раза. За тупость. Братан, это ты плохо придумал. Давай что-нибудь. Вот так вот. Не достал. Ну, типа, вертуху сложно. Это сложная тема, энергозатратная. И тяжело с вертухи убить человека здесь. Вот, я сейчас попробую его убить. Надо его оглушить сначала, а потом уже с вертухами разбираться. Вот он меня неплохо так сейчас подразмял качан. Надо его по корпусу проверять, чтобы он руки опускал. Братан. Иди сюда, братишка. Вставай, я не буду этой херней заниматься. Вставай, давай драться, давай, блин. Вставай, пес. Подожди, у меня стойка поменялась. Мне левостороннего нужна, давай. Братишка, иди сюда. Давай, что-нибудь будешь придумать? Проверочка. Ну что, давайте ему оверхенда зарядим. А то вот так вот проверим. Вот так вот. И смотрите, уворот и вертуха. Сюда, дружок. А ты думал, блядь, это UFC, дружище. Тут шутки не шутятся, вставай сюда. Вставай, давай. Не-не-не, со мной такое не прокатывает. А если так? Нормально. Второй раунд, мы его во втором раунде хороним просто и закапываем. Хороним и закапываем.
Не знаю, можно ему колено, конечно, прописать еще. Ладно, дам ему пятюню, потому что он типа держится как мужик. Отлично, не надо меня бить, я прошу тебя. Не надо меня бить, блядь, я прошу тебя, не нужно, вставай. Давай, давай, давай. Держи. Вставай, вставай сюда, вставай сюда. Давай ты не будешь только лежать здесь. Чтоб полежать пришел. У ворот и вертуха. Ай-яй. Ну он уже в блоке стоит, он же на опыте. Тогда проверим его. Как бы, ну он уже как бы должен всю еду, то что он хавал за последние два дня, он должен ее как бы выблевать прям в октагон, понимаете? Братиш, прекращай. Блин, ты хочешь меня голову убить, я понял. Ой, ну ошибка, Братиш. Это как бы, ну, очень дерзко. Очень дерзкий ход. Очень дерзкий ход. Давай, с ноги в голову мне. Я хочу с вертухи вырубить его, но это пипец как сложно. Сейчас можно еще доиграться и в нокаут улететь. Вполне ясно, да. Да тихо, 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 успокойся. Ух ты, вы видели? Увернулся. Вообще по красоте все сделал парень. Но красота это не главное. Главное... то, у кого энергии больше, братан. Ты немножечко подустал сегодня в боях, как бы. И держи вот такой. Не, ну тут уничтожение было. Блин, опять я хотел с вертухи сейчас дать, но не получилось. Просто для того, чтобы вертуху дать, надо 4 кнопки нажать. У меня руки потные, они по джойстику ездят, и я мискликнул, короче. Он реванш хочет. Ладно, блядь, парни, все, последний. Он реванш захотел. Он, типа, держался как мужик, поэтому дадим ему реванш. Разок, разок. Только ради реванша. Ладно, короче. Брюс Ли, как вы относитесь к Брюсу Ли? Братан, ну что ты? Выбирай бойца. Блин, это, конечно, неудобно, потому что я не могу чат вообще читать, пока играю, я вообще вас не вижу, не слышу. Может, у меня стрим офнулся, я сижу сам с собой разговариваю, в принципе, это забавно было бы. Короче, пацаны, все, последний бой. Больше реванш ему не даем. То есть у нас, ладно, best of 3. При условии, что я проигрываю, мы ему даем реванш, если он просит, играем best of 3. Вот, так, 2-0, и все, и отправляем пацана отдыхать, потому что он и так устал. Давай, братан, поехали, кулачок мы тебе дадим. А, ты не, я не брал кулак, ну за это по гамну. Манерам сейчас научим, блин. По гамну. Тихо, 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 не надо, не надо. Тише, тише, я Брюс, братишка, Брюс Ли. Давай, что ты придумал? Нет, блок на месте. А у тебя нет. Давай, с Брюсом в размен. Давай, давай. У меня 6 ударов, у тебя один пьяный. Что ты решил? Проверить у меня пресс? Я качаю, братан. Смотри, какая прессуха. Ой-ой, это ошибка была. Да я ерунду сделал. Проверим. Братишка. Братиш, ну ты машешь, конечно, неплохо, но... как говорится... Все? Иди сюда. Что ты машешь, как обезьяна? На тебе! Ух ты. Братиш. Хуя! Вы слышали это? Ой-ой-ой, он начал... Ладно, все, раз ты серьезный, значит... Он серьезно настроенный, он серьезно, да-да. Он очень серьезен. Он прям видно, как хочет меня наказать. Братишка. А если так? Ого! Ого! Братиш, что зря? Все, давайте с ним не играться. А то я начал с ним играться. Тут надо как бы ему объяснить. Объяснить-то надо ему, что как бы он стойки дерется все-таки. С Брюсом. А то я начинаю заигрываться. Давай. Больно как заходит. Good defense there.
Понятно. И сюда. Это Брюс, брат. Так, ну у меня голова чуть-чуть... О, чё, чувствую. Не, ну он собрался, он серьезно, он сейчас с ним играть намного интереснее, чем в прошлый раз. Он сейчас что-то показывает, значит. Вы видите? Я же не шутил. Бьет очень сильно. Молодой человек. Но он не боится, что-то. Ладно, тут надо на нежданчике играть. Фу, первый раунд, ну-ка посмотрим, что первый раунд. У него 42, у меня 49. Я его перебил на 7 ударов, но у меня как бы качан дымится. Он меня два раза как бы оглушил. Поэтому то, что я его перебил, это как бы ерунда. По сравнению с тем, что с моим качаном происходит. Just out of range with that right hand. And he connects there. Ooh, качан, качан дымится, братан. А у тебя качан будет дымиться? Алло, 49 ударов, братан. Все нормально? С качаном. Я бэкфистом хотел его удивить, но... А вот так можно? Вот так можно удивить, да? Удивил? Блять, левосторонняя стойка у Брюса, она тоже. Мне так непривычно играть левосторонней стойкой. Не, братик, братик, тихо. Ты тихо. Удивил? Все-таки Брюс. Ух, как он мне только что пробил сильно, парни. Вы слышали, да? Вы слышали этот звук? Я бы нашел его слабое место. У него, короче, очень большая слабость и любовь к ногам. Я понял. А у меня любовь к кулакам. Сейчас, братан, все будет. Нифига себе, он мне... Я насобирал урожая сейчас. Блин, у меня голова, конечно, в голове. Тихо, тихо. Братишка, прости. Это была фирменная. Бля, я в правосторонней стойке, это намного хуёвее. Бля, мне надо обратно левосторонний. Правосторонний Брюс, конечно, очень плохо. Ooh, roundhouse kick. Add that to his highlight reel. У нас есть один нокдаун, то есть если уж говорить про очки, то по очкам у нас все хорошо. Прикармливаем его, ребят. Объясняю, для чего бью по корпусу. Я хочу пизды не получить сейчас, но для начала. Короче, я его прикармливаю по корпусу, чтобы дать потом голову. Он будет привыкать, что я ему бью в корпус, поставит блок на корпус, и я ему в голову дам. Такой план пока, потому что на руках Брюсом в левосторонней стойке мне тяжело его перебить. Ну как, я его перебиваю, но видите, у меня голова как бы дымится. Как бы я его перебиваю, но голове больно. Его голове тоже не так приятно, могу сказать. Вот видите, как оно разбивает жизнь. Вот, было у тебя все хорошо, а потом оно раз, и как бы плохо все стало. Вот если бы он сейчас пробил, я бы умер, наверное.
about that shin. Oh, beautiful, beautiful kick to the body. Tagged him. Теперь я. Ты крыса. Back to the feet. Привет, усатый, полосатый, почкарь. А я, у меня уже голове такая пиздец. Переносит вверх, он управляет в сторону. Что не было видно, подожди, в каких секунду, регионах ты ищешь эту усадку. Мне кажется, снайперочка... Блядь, попробуем вертуху дать, это наш единственный шанс. Удачно стремиться, что-то вот такое, да, только... Тихо, братан, дай пожить. Дай пожить. Что, вы это видели вообще? Да, ну руки очень слабые у Брюса. Я его просто... Вот с руки у меня вообще нет никаких шансов его как-то забашить. То есть я вот что бью, что не бью ему по голове, ему вообще похуй. То есть я его только с ноги могу что-то сделать. Ну то есть вот удары. Братан, не бей, не бей, мне больно, мне больно. Мне очень больно. Братан, а тебе? Ой-ой-ой, это камбэк. Это мини-камбэк. Блять, есть у меня, конечно, одна идея, парни. Вот такая. Вот такая. Закончить бой, как бы, и дать реванш. Потому что этот бой, он собрался, а я взял Брюса порофлить. Best of 3, пацаны, best of 3 быть. Но он меня перебил на 14 ударов. Это, ребят, best of 3. Все, погнали, возьмем нормального бойца и накажем сейчас. Вот, например, Коди Гарбран. То я взял Брюса. Левосторонняя стойка, это не моя сильная сторона, очевидно. А вот правосторонняя стоечка можно. Он того же взял, тем лучше. Олег, ау. Вечер добрый. Добрый вечер. А как запустить УФЧ на компе? На компе нельзя запустить. Я аж карту захвата, у меня плойка рядом лежит, и я через карту захвата стримлю. Все, парни, сейчас максимальная концентрация, у нас важный бой. Очень важный бой. Best of 3 с молодым человеком. Просто, блин, у Брюса очень слабые удары с руки, прям очень слабые. Вот я его с руки вообще один раз только, как бы, забашил, это было под конец боя в третьем раунде. Он меня просто с руки убивал. Дайте мне игру, пожалуйста. Я, конечно, все понимаю. Ну все, ребят, пора забирать и идти в дотку играть, потому что у нас драка затянулась. Все, поехали. Кулачок, не кулачок, давай. Теперь правосторонняя стоечка, братиш. Это как бы уже совсем другой расклад сейчас будет. Сейчас совсем другой. Вы сейчас увидите, просто совершенно другой бой. Разницу почувствуете. Doing a very good job of parrying and blocking all the shots that are coming towards his head. These guys throwing early. Good 1-2. Так, ну что, пойдем попробуем поджать его и возле сетки уработать. Как вам план мой? Замечательный план. Look at that jab. Nice. Dillashaw gets tagged again. Fainting. Able to land a combination there. Не, братан. Вот это вот плохо. Он начал уже понимать, что как бы желудок он один. Спасибо за донат. Бля, но он от дефа играет, он молодец. Но деф его крайне слаб. Оказался. О, ты что, такие два зашло, братан? Тихо, дай пожить. Я ошибся очень сильно. Там такие два зашло. Подождите, где моя стоечка? Вот она. Блин, я заигрался, я пошел в атаку. Блин, у меня парень хромает. Подожди, у меня боец просто прихрамывает, братан.
Что ты зачем? Он еще убить меня хотел, понимаете, эту крысиную морду? Я, значит, тут дерусь, подраться пришел. А он убивает меня. Что за человек? Что за люди? Так, иди сюда. Body kick now by Dillashaw. Держи. Damaging punch there. Try to establish that jab. Так, а что по драке? Братан, будешь драться? Он на дефа шпилит, то есть я всем на него нападаю и ловит меня на ошибках. А я ошибаюсь. Немного ошибаюсь. Так, братан. Тихо. Не-не-не, это так ты футбол будешь играть. Oh, he lands a massive kick here. Oh, beautiful hook. Big left. Oh, he hurt him. Братишка. This fight is dangerous. Братишка. Братишка, тебе повезло, как бы, что раунд закончился. Но такое бывает. Фу, блин, раунд закончился. Я бы сейчас уработал. Серьезно. Ну ладно, бывает. Так, по нокдаунам у нас 1-1, да, получилось? Ну, блин, я такой поймал, шальной. Я просто заигрался, пошел в атаку и поймал. Я вообще умереть должен был. Я не должен еще драться, я уже сдохну, по моему мнению. Нифига себе, он мне в щит прописал. Что ты тут это запрыгал, братик? Well, without much resistance, he continues to find a home for that. Братиш, а что случилось? Проблемки или что? Ты полежи, подумай. Вставай. Братишка, что случилось, блядь? Это тебе не Брюс. Фух. Он ливнул. О, он ливнул, парни. Он, видимо, не ожидал такого исхода во втором раунде, потому что первый раунд еще он держался. 64-40 по ударам. По значимым я его сильно перебил. Так, на 24. Вот, а тут 14-3, парень не выдержал напряжения и ливнул. Такое бывает. Фух, блин, это потно было. Это реально было потненько. Все, парни, хватит. Давайте, мы играем в UFC уже минут 40. Я, ну, просто мне самому надо отдохнуть, потому что, ну, это тяжело. Реально очень энергозатратная игра, потому что тебе постоянно надо дофига кнопок нажимать, постоянно надо думать, что он будет делать, и блочить, не блочить. Короче, это, ну, это круто было. Фух. Так, короче, сейчас я по донатам посмотрю, что было, и мы с вами поедем дальше играть в дотку, естественно. Так, что у нас было по донатам? Так, Шмель прилетал, спасибо, Шмель, за 50 рубасов, Старик, спасибо за 50, Тимча, спасибо за 50 рубасов, на компе UFC не запустишь, это игра на PlayStation 4, ну или на Xbox, как удобнее. Так, один вопрос, почему ты не переносишь вебку, направляя в сторону, чтобы не было видно, в каких регионах ты ищешь игру? Да, Slim Sniper, они должны быть, пусть будут, я ж типа, ну, я ною из-за них бывает частенько, но в этом ничего нет. Пусть стримснайпят, игры интереснее становятся. Вот. Так. Забыл трек поставить. Рамштайн. Я поставлю сейчас трек, братиш. Динжвальд, спасибо за 50 рубасов. Нет, не Ластецкая. Дота еще будет. Сейчас время только половина 12-го, поэтому дота еще много будет. Вот.